В Шумерле прошел конкурс профессионального мастерства водителей автобусов. В нем приняли участие 29 профессиональных водителей, представители 9 транспортных предприятий республики. Номинации конкурса традиционные. Лучший водитель автобуса ЛиАЗ с механической коробкой передач, лучший водитель автобуса ПАС с бензиновым двигателем, лучший водитель по знанию правил дорожного движения. После теоретического экзамена на знание правил практическая часть, в которой всем участникам предстояло на время и без ошибок преодолеть полосу препятствий, проявить свой профессионализм в скоростном маневрировании на автобусах по категориям. Высокий уровень знаний, теории вождения автобуса показал представитель Новочебоксарского ПТП Анатолий Иванов, который занял 4-е место в прошлогоднем всероссийском конкурсе. Среди участников конкурса была и женщина Ольга Грищенкова, профессиональный водитель Чебоксарского ПТП. Она отмечена дипломом «За волю к победе». Для нее соревнования такого уровня вторые по счету. По итогам конкурса лучшие будут представлять Чувашию на всероссийском конкурсе профмастерства водителей автобусов этой осенью в Новосибирске.